началось. Прикрывай спину. Нас поднимет. Синяя дверь. Мы у цели. Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Сюда. Эй, Синдри, взгляни. О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все? Да. Чем могу служить? Если что-то будет нужно, я тут. Мы внутри. Ганатуя! Ну, конечно. Отец!
мы сильнее. Ого! Вот это впечатляет! Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Я рядом! Быстро! Огонь! Берегись! Свет уже рядом. Ищи, где войти. Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Будь готов! Кошмары! Враг слева! Пути восстанавливаются. Нет. Видишь?
Слишком сложно. Идем. Погоди. У тебя вряд ли получится. Идем отсюда. Получится. Кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов. Держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Биврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Тихо! Я держу! Где твой нож? Обошлось. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Назад! Свет! Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. Прыгай! Ага! Берегись! Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Чанда! Еще на путь! Выпускай стрелы быстрее! Тут много целей, не промахнешься! В узком пространстве толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! Молодец! Thank you.
Ты ранен? Нет, нет! Ого! Красота! Свет восстановил весь храм! Он тут основа всего! Погоди, он поет! Я слышу ее голос! Я же тебе говорил! Думаешь, она там? Очень больно! Руку огнем обожгло! Жди здесь! Но я хочу... Здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. А он не знает меня и, похоже, не хочет знать. Я сильный, я умный, я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит, не учит меня ничему. Лучше бы это он умер, слышишь? Он, а не ты! Всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... мгновений. Нет! Ты ушел туда очень... очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... Не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Да. Смотри, вот выход.
Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. Мальчик, твой лук. Давай-ка. По моей команде выпусти стрелу в камень. Возвращаться. Идем. Лестница завалена. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Okay, Margarita. Ha! Ha! Go! Yeah!
Наконец-то! Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх.
ты его несешь? Смотри. Смотри. Синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Будешь везде его носить? Может быть. Может, не будем грабить священное место, а просто пойдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Теперь можешь достать до чаши. Ну да.
Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупые загадки. И все-таки это дверь. Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Ну вот, лодки нет. Она все еще на другом краю озера. Вернемся так же, как пришли, на подъемнике. Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И? Но отсюда нет пути наверх. Я знаю. Может, поднимешь его повыше, чтобы я видел, куда стреляю? Стреляй на слух. Учись.
мы переберемся туда без кристалла? Найдем кристалл. Опять будешь таскать с собой этот кристалл? Если придется. Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать. Наконец-то! Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться! Thank you.
Хитро. Очень хитро. Может быть.